Рифат, ты дебютировал в стартовом составе в матче за основу и сразу сыграл очень здорово. Во всяком случае, так показалось со стороны. Тебе самому понравилась своя игра? Ну, мне больше приятно, когда со стороны говорят, ты очень хорошо сыграл. А я как бы... Моя работа – играть, как бы, и стараться на поле, помочь команде. Вот когда спрашиваешь уже у зубров о том, как складывается сбор, то ответ достаточно такие скупые, рабочие, что называется. Ты можешь, пожалуйста, описать свои эмоции? Потому что работа с основой, мне кажется, для тебя богатой на эмоции событием стала. Ну да, согласен. В основе совсем другая работа, тяжелее. Ноги устают сильно. Интереснее даже, сказал бы, тренировки. Ну, как бы больше ничего такого. Работаем изо всех сил. Ну, а психологически было тяжело? Ну, поначалу, да, немного нервничал, а постепенно все лучше и лучше, все спокойнее и спокойнее. Скажи, пожалуйста, вот последний матч турнира, да, наверное, с точки зрения результата, ни к чему подводить итоги, главное, что это были контрольные матчи. Ты изнутри чувствуешь, что игроки все лучше и лучше друга чувствуют, лучше выполняют установки тренеры? Ну, конечно, с каждой игрой все лучше и лучше. И игроки лучше как бы друг с другом себя чувствуют. И мы даже молодые, больше постараемся под них, и более хорошие комбинации получаются. Какая для тебя следующая задача? Закрепиться в основном составе. Как бы одна цель. А дальше уже посмотрим.